Так, стоя-ногло, стоя-ногло. Да? Не вижу, не вижу, вообще не вижу. Может, не он, а может, он, не вижу. Надо очки другие. Ну, покажу вам здесь. Стоя-ногло, да-да. Сейчас, сейчас он сюда идет, сейчас я как раз покажу вам, показываю, всего лишь показываю, всего лишь. Не, еще раз говорю, кто новенький, никого не агитирую, не занимаюсь никакой пропагандой, я в этом не разбираюсь вообще, вообще не разбираюсь в политике. Пришла, показала вам все как есть. Так что вот так. Будем меняться. Все, пусть идет. Все, видите, как я вовремя, я в церковь зашла перед этим. Так что Боженька все видит. Доброе утро. Хотела с вами поздороваться. Лайф. Лайф. Ну, пусть ведут лайф. Я не буду лайв вести, ну что, что тут показывать лайв? Этих не пускают, что ли? Полиция не пускает. Я не пойду туда ближе, вот так через дорогу вам показываю. Все, что происходит, показываю независимо, независимо за кого я. Всего лишь показываю. Мои подружки не знают, за кого я, и никогда их не спрашивала, за кого они. У нас это никогда не обсуждается вообще. И какой-то чужой человек мне будет говорить, что я не за того, кого надо. Так что нет, извините, извините, не портите себе настроение, нервы, нет, этого не стоит. Так что вот так. Все, всем здоровья, мира и добра. Еще раз говорю, будьте добрее. Другим людям. Мы все люди. Мы все, как говорится, здравомыслящие люди. Кто здравомыслящий, кто, как говорится, у кого голова на месте, тот будет делать то, что надо, а не то, что не надо. Вот еще это тоже. Не смотрю ее, не могу, вот тоже ведет Лиса или Алиса, или, кажется, она вот это вот, кто смотрит ее эти передачи. А что их не пускают, я не поняла. Что их не пускают? Ну, или вроде бы только здесь журналисты, да. Вроде журналисты. Так, и кто будет? Еще Майя Санду, что ли? Да? Пока стою ногу увидела. Возмущается. Все, смотрите все видео, ставьте класс, как говорится, уважайте мой труд. Это тоже мой труд. Я это не брошу, но как бы уже такие мысли есть. Должна быть какая-то отдача, но... Так что вот так. Все, всем хорошего дня. Пока-пока.